пацаны мои поехали тачку мыть мою. Не кайф на ней ехать просто, поняли, что за тема неудобно. Ага. На маршрутке доберусь сейчас, а там уже потом подкатят ее. Короче, это... Братан, она просто не понимает, ну понимаешь? Она типа... На самом деле там такая толпа. Короче, я поговорил с этим, с менеджером, поняли, который... Ну, Штайн слушал, мне кажется. Да. Короче, это, здрасте. Там такая толпа уже желающих, оказывается, покорить мое сердце. Никто не сомневался, ебать, на самом деле. Сейчас я чуть пацаны плечи тут расправлю, крылья свои. Полетят нахуй сюда всем, блядь. Есть у меня там несколько задумочек. Шмоток надо купить, понимаете, что за тема? Не купить, это беда, пиздец полнейшая, короче, не валик. Надо как-то, ну, типа, я там залетаю на этот летишопс там, на первом этаже, блядь. Тупо в мешки залетаю, поняли, там чьи-то, которые уже потерялись с этого, с проекта, с этой, я там тупо залетаю, беру себе чё. Тупо пиздец. Хлороформ, да какой хлороформ, братан, я сам как хлороформ, понял. Сейчас чуть этот, засоси ее уже. Тут мне советуют, что нам пора бахнуться в десна с тобой. А? Что? Губа очень важна. Что у тебя? Как считаете, стоит открыть карту прямо сейчас? Или просто тупо взять и сделать? Ребята, смотрите в эфирах, что он будет делать, просто правда. У вас будут течь слезы, там писятина, пацаны, полнейшая. Но завтра я подготовил пушечку, реально такую. Завтра ты не это самое. Да? Чё? Завтра, приготовься, завтра будет этот... Что? Гердаки будут нагреть, знаешь как? Слава, выйди, пожалуйста. Так, ладно, пацаны, соседись. Короче, парни, что я могу сказать? Все нормально. Сельбаны, смотри. Это метро было, поняли, что за тема, пацаны? Метро, это, короче, такая тема. Это типа как транспорт, только он. Ну, вы такого не видели просто никогда. Я еще сам не видел. Я очень хочу попасть в метро. Татуху себе наебашу, тут метро. Метро там сколько там, цифры помните? Весь веселый. Да правильно делают, что говорят, пусть говорят. Пусть говорят, слышали такую передачу, пацаны? Фара, я тупо залетел на страну, братан, как я говно откусил коровье, блядь. Понимаете, о чем речь идет? Не, пацаны, они не выкупают, с кем они связались, блядь. Они не выкупают эту тему, реально. Здорово. Здесь ночь короткая, поняли, что за тема? Здесь 4 утра уже светло на сегодняшний день, то есть скоро ночи не будет вообще. Ты видел, брат? Я больше скажу, я сделаю. Она не вывозит, братан, нет. С последние дни вообще не вывозят, просто никто. Это, так что... Я тут везде, у меня даже кружка здесь есть, поняли? Там у всех имена на кружке написано, а на моей кружке написано тип села, поняли, что за тема? Все стесняются этой хуйни, там, о, я там, блядь, базарят меньше, там, я типа там, Москва, там, то, сё, блядь. Я говорю, пацаны, я с села, блядь. Я говорю, я себя некомфортно чувствую, когда у меня рядом нет курятника, понял, с курами. Так что мне нужно срочно, там есть утки, правда. Короче, пацаки. Все, я позже еще запущу эфир. После того, как после лобного там, в часе где-то. Сейчас гляну, как там аудитория, что там, сколько прошло людей. Нормально, в принципе, что держится эфир после первого эфира столько уже. Такая толпа. Нормально.
нормально набираем обороты. Человек 600 пришло уже, короче, или нет, подожди, сколько? 400, наверное. Ну, у меня 6 минут бы, я 6 минут был в эфире, и все. Типа, ну такое. Там дальше будет поярче. Это любовь, пацаны.